Об этом губернатор Краснодарского края заявил на заседании Оргкомитета «Победа». Уже в следующем году по всей России пройдут масштабные торжества. К особенной дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Кубани идет активная подготовка. 2020 год президент России Владимир Владимирович объявил годом памяти и славы, потому что на самом деле юбилейный год. И обратный отсчет, я считаю, мы дали подготовки уже 22 июня, со дня памяти и скорби, потому что, я считаю, мы должны максимально подготовиться качественно к этим мероприятиям, поскольку это на самом деле должно быть такое грандиозное событие, но в первую очередь зависит от нас, насколько мы сможем к нему подготовиться. Основное внимание власти уделят ветеранам. Глава региона поручил назначить ответственных за исполнением просьб участников войны и узников концлагерей. К этой работе привлекут волонтеров, общественников и спонсоров. Жилищные условия улучшат 104 ветеранам. В год юбилея Великой Победы центральное общекраевое мероприятие пройдет в Новороссийске 5 мая.